Это охотничий биатлон, мы его называем. Это детище нашей системы охотников, общественных организаций. Она хоть и не является дисциплиной спорта, но она до такой степени уже полюбилась нашим людям, нашим членам охотников, что они ежегодно прямо требуют, давайте будем проводить эти мероприятия. Мы проводим в Челябинской области уже 6-й раз подряд. Сегодня 6-е областные соревнования. В целом по России проводится уже лет более 20 лет. Начальником этого движения спортивного, так скажем, было кировские охотники, это Кировская область. Они заложили основу этих мероприятий. Сегодня это идут дальше, там уже троеборье, многоборье, охотничье соревнование. Но у нас пока биатлон. Он людям нравится. Вот на этой базе, этой воинской части мы сегодня проведем это мероприятие. Погода позволяет. Народ, у людей задор есть. Настрой хороший. Давай, Россия, жми! Ничего, когда они вернутся, на плохо поднимать! Если кто-то подойдет, опускайте на следующую. Так, готов, стреляем. Мишень номер один. Это против, да. Так, ёптвою. Чё за... Нормально. Надо... Так. Мишень номер один. Стреляем. Номер 50. 18:14. 1:18:14. Здесь спортивный интерес больше всего. И общение с участниками. 120 человек народу, участников. Это как бы большой плюс для нашего дела. Тренировка. На охоте надо тихо, а здесь и поорать, и походить можно. И пострелять. И покричать. Нормально надо. И пострелять тоже. Извильское отделение облавтодорозлобовсоюз. Сегодня мы приехали за победой. И наши тренировки, эти месяца, которые мы потратили на тренировки, они сегодня дали свой результат. Сегодня мы стали сильнее. Сегодня у нас самый лучший результат. Мы очень рады. Вот. Хотим сказать большое спасибо по организации проведения соревнований. Все было на хорошем уровне сделано. Ну все, остальное зависело только от спортсменов.